Кухня ЖКХ. Всем добрый день. Наша кухня – место разговоров о важном. На коммунальные проблемы невозможно закрывать глаза. Невозможно и нельзя привыкать к холоду, к перебоям с водой или к крысам у подъезда. Разговаривает ли с вами об этом ваша управляющая компания? Вспомните, когда последний раз вы были услышаны. Ну а мы спросим генерального директора управляющей компании «Актив Комфорт» Сергея Торхова, о чем говорят с ним жильцы домов. Совсем. С жалобами, предложениями, замечаниями. С печенькой даже можно. По вторникам после обеда я принимаю. То есть официально. Так-то люди ходят каждый день. Если они не могут найти ответ у моего специалиста, то куда они идут? Ко мне идут. Я на работе. А вот если нужно действительно подготовиться, и если люди хотят ответ получить и в чем-то разобраться, особенно это мне нравится, то тогда, конечно, заранее они договариваются. Я к этому времени смотрю какую-то информацию по дому, по квартире, и мы уже предметно разговариваем. Есть старшие по домам, которые говорят, а давайте поднимем мне стоимость вознаграждения. Есть такие люди. Я хочу, чтобы мой дом, в котором я жил, был в отличном состоянии. Я готов как бы влезать в каждую проблему и так далее. Но я хочу получать за это вознаграждение. Но что по техническим вопросам, там море разных вариантов. То есть к вам и с идеями можно, да, не только дыры латать. А как вы вообще, ну, относитесь к посетителям? Когда люди приходят, да спасибо говорю, что вы неравнодушны. Наши постоянные слушатели уже знают, что в компании «Актив Комфорт» есть чат, там отражаются сообщения об авариях. Вы, как я понимаю, за ним следите круглые сутки. Спать не мешает? Нет, ночью немного. Аварийные бывают, но их не так много. Вот именно, что сегодня заливает или что-то. Работа поставлена, как говорится. Есть люди, которые отрабатывают. Я просматриваю, да? Я знаю, что эта заявка ушла уже в работу и так далее. А вот когда я просматриваю там 50-60 подряд и вижу повторяющиеся заявки с одного адреса, видно, что он вчера написал, не сделано, сегодня написал, не сделал. Вот тогда уже наступает моя работа. Разобраться, почему, и наказать виновных. Не только аварийные ситуации нам на аварийный телефон приходят. Это сейчас уже такой способ общения. Написали, изложили коротенько свою проблему, а дальше мы начинаем ее решать. Знайте, что с вами должны разговаривать. А если этого не происходит, в Кирове более сотни управляющих компаний, всегда можно выбрать внимательную и человечную. А в управляющей компании «Актив Комфорт» еще и создан соседский центр, место для общения, просвещения и даже развлечения активных жителей. Кухня ЖКХ.